В Пакистане освобождена Асия Биби, христианка, с которой были сняты все обвинения в богохульстве и отменен Верховным судом страны смертный приговор. Ася содержалась в тюрьме в провинции Пенджаб. Как только об оправдании женщины стало известно, в ее адрес и в адрес ее семьи стали поступать угрозы от исламистов, попытавшихся устроить беспорядки в ряде городов Пакистана. Сообщалось, что адвокат Аси запросил для нее убежище в Нидерландах. Поступала информация о том, что муж Аси, Асик Маших, обращался с ходатайством об убежище к властям США, Великобритании и Канады.